А почему вы раздаете конфеты? Любишь тавриду, возьми конфетку. Маленькое утешение перед тем, как получить ваучеры на питание и дождаться вылета самолета. Рейс в Крым перенесли больше, чем на 4 часа. И покинуть московское Шереметьево представители очередной смены форума «Таврида» смогли только в среду около 6 утра. За это время молодые писатели, поэты, критики и сотрудники библиотек пытались либо поспать, либо познакомиться. Будет очень много интересных людей уже с готовыми или не с готовыми проектами. Мы хотим просто поделиться своим опытом, перенять чужой опыт и, может быть, что-то принести в нашу область интересного, разнообразного. Но чтобы добраться до опыта, нужно было на самолете пролететь 2.5 часа, еще примерно столько же из Симферополя ехать на автобусе. И как только участники смены добрались, их встретили как долгожданных гостей с музыкой и танцами. После, как и положено, досмотр на наличие запрещенных предметов. Несмотря на то, что здесь все совершеннолетние, руководство против вредных привычек. Поэтому никакого алкоголя. Но строгость у организаторов форума соседствует с добротой. Измученных в пути представителей смены образовательной программой в первый день мучить не стали. Вам сегодня придется насладиться прекрасным днем заезда и почти ничего не делать. Но у нас будет команда образования, у нас будет замечательный квест, знакомство с дирекцией. Что у нас еще будет? Ну, еще чуть-чуть моря. Одним глазком. Левым. Море, насыщенное йодом от водорослей под названием Камка, участники смены попробовали, как только заселились. Вот так выглядит наше размещение. Вот, кстати, и комната парней на весь наш коллектив. Нас всего лишь трое. Живем мы примерно вот так. Раз, два... И раскладушка. Офигенно, она такая прохладная, но после нашей поездки то, что надо. Все в Камке опять спа-процедуры бесплатные, так что присоединяйтесь. Всего Вологодщину представляет на форуме 5 человек, в том числе и я. Пока что на итоговую презентацию от нашего региона заявлено 2 проекта, но, возможно, к концу смены их число значительно вырастет. Подробнее о самих идеях и, конечно, образовательной программе расскажу в следующих выпусках новостей. Павел Громов из Республики Крым, специально для программы «Новости Вологды».